будет еще один бутерброд впереди. Вы видите этот дом, который строится? Это же не дом, а бутерброд. Видите, это сплошная облицовка. Там вообще сама-то стена есть? Или это облицованная облицовка? Утепленный утеплитель, как вы думаете? Вообще, блин, на таз, посмотрите. Как так можно строить дома? Как может быть уют под пенопластом, этим самым стекловатой, или чем там их набивают? И все это стоит еще баснословных денег, здесь квартира. Я не знаю, на какой срок это все строится. Вот эта вся облицовка, она же потом будет это вся, все портится нахрен. Вообще кошмар, блин. Третье транспортное кольцо, ребятушки. Там какое-то знакомое мне здание предельное. Форма ракеты. Не знаю, знакомое, незнакомое.